Привет! Ты уже такая большая. Сколько тебе лет уже? 8 лет. Молодец. Ну я, наверное, тебе. Любишь? Любишь? Кругните. Меня. Спасибо! Милочка. Привет, привет. Клубника. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже, да. Лиан, ты меня уже не знаешь, да? Да знает она тебя. Знаю. Ты что? Называйся за свою. Сейчас. Я извиняюсь, у меня просто гриль, а вытяжки нету. Я... Да ничего страшного. Люблю такой запах. Последний день, это хорошо. Без троек хотя бы в этот раз. Есть тройка по-английскому. По-английскому тройка? Угу. А почему не пятерка? Там пятерка должна быть. А по математике что по-русскому выходит? Четверки. Четверки. А пятерки по каким предметам? ИЗО, технология и физро. Ну, все, что легкое, пятерки, да? И все, музыка. Что трудное. И музыка. Понятно. Ну ладно. Сегодня тепло. Можно гольфа одеть. Ура. А кто меня сегодня забил? Со школы? Угу. Слушай, у меня сегодня работы очень много. Кто? Мне... Я приду домой поздно, потому что за квартиру надо заплатить. Поэтому тебя заберет дедушка сегодня. Побудешь с дедушкой? Ладно. А сколько стоит за квартиру в месяц? В месяц стоит 30 тысяч за квартиру. И это вместе с комнатой? Да, вместе. 30 тысяч, это не дешево. Не дешево. Ну, это достаточно типичная цена для этого города. Это не Москва и... Это не Москва. Это не Москва, и в Москве еще дороже, мне так всегда казалось. Ага. Плюс здесь очень удобно расположение, здесь все есть. Инфраструктура развитая, школы, садики, парки, лес рядом, ага. Поэтому... Получается, что очень, ну, выгодно. Удобно, здесь удобно жить, да, удобно. Из-за этого высокие цены. А если взять поселки с менее развитой инфраструктурой, типа Коммунарка, там Ватутинки чуть дальше, там уже инфраструктура хуже, и до Москвы добираться сложнее, там уже автобусы реже ходят. И там дома красивее, квартиры лучше, все новее, а цены дешевле. А если в Праге, отсюда, Москву в центр, там сколько быстро, по времени? Полтора часа, 1:30, и ты без в центре пробки. Москвы, без пробок вообще. Из-за вот этой доступности быстрой, плюс здесь метро сейчас будет, прямо в нашем городе. Метро еще да, будет? Через это город. Здорово. Вот, и плюс я села вот тут под окнами, остановка, села, и через практически 1:20 я уже в центре Москвы. Понятно. Удобство. Ага. И здесь немножко завышено, здесь цены чуть-чуть ниже московских. Но сколько денег хватает в месяц жить? Жить? Да, в месяц реально. Ну смотри, ей одежду покупает ее папа. Ага. И за школу, за кружки папа платит. Ага. И мне 30 уходит квартира, и 30 уходит лекарства и еда. То есть 60. Это без поездок, вообще без покупки одежды, 60. Я понял. Ну, да. Там желательно, что какие-то 10 тысяч, нет, 100 тысяч, да? Ну, да, где-то так. Вот сейчас у меня обычно зарплата где-то, ну, зимой 70-80, а летом у меня еле-еле 40, еле-еле, потому что работы мало. У всех репетиторов работы мало где-то. Вот. И вот у меня вот за это вот такая вот это, я начала переживать, как дальше. То есть я сейчас хочу заработать скорее, мне будет спокойнее, если я сейчас заработаю на 3 месяца на лето и спокойно буду уже жить. И я сейчас стараюсь, вот пока еще не все уехали, мои клиенты, быстро-быстро это все наработать без выходных, да, чтобы хотя бы за 2 месяца заплатить, мне уже будет легче, понимаешь? Потому что раньше муж платил за квартиру, я об этом не заморачивалась. Это что такое? Это в школе ты носишь? Давай, снимай.
Это что такое? Да, со школы только пришла. Что? Будем драться? Драться? Со мной? Нет, почему? Мы не покупали уши. Короче, крипы мы не понимаем, а вот сам зелень, да, понятно. Смотрите, смотрите. О. Я вышла.刚才我们在森林散步的时候，李安娜的爷爷打了电话过来，说想他的孙女了，并且已经到了他家的楼下。然后我们立马就从那边返回来。他与他的爷爷奶奶见完面之后啊，好像是发生了什么事情。从我这个角度上来看，应该是尤里，就是他的妈妈呀，在教育他。我赶紧过去看看发生了什么。Что случилось? Сейчас бабушка уговаривает к ним на ужин прийти, а она стоит, вцепилась в меня, я не пойду, не хочу. Мне прямо стыдно за нее. Ну разве так можно? Они ждали тебя, ты ждали. На ужин тебя, дома тем более ничего кушать нет, ничего не готовила. А тут покушала бы у меня. Там это...